Перед официальным открытием купального сезона на городском пляже, расположенном в первом микрорайоне, были оборудованы места отдыха, очищены от мусора прибрежные территории, завезен чистый песок, обследовано и очищено дно акватории пляжа. Наша служба очень довольна, согласно требованиям, город поработал, все сделал, все везде чистенько, сами видите, стекла нет, ничего нет, посмотрим через неделю. Для комфортного отдыха на пляже для жителей и гостей города были установлены скамейки и солнцезащитные тенты, кабины для переодевания и контейнеры для мусора. Баков очень много. Пожалуйста, отдыхайте, не бейте стекло, не бросайте пакеты, идете рядышком, вот шлагбаум, вот выход, ложите все в мусор. Также на территории пляжа изготовлены и установлены предупреждающие и запрещающие знаки. Произведена ревизия и ремонт освещения. Разработан порядок организации оказания неотложной помощи. Набраны бригады спасателей. Спасатели будут дежурить нормально, лодки есть у них, снаряжение хорошее, все есть. Все требования государственной инспекции по приемке сдачи городского пляжа выполнены в полном объеме. Вся необходимая документация подписана, и городской пляж открыт для отдыхающих с 1 июня. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.